Иисус в пути утомленный, к селению Сихарь подходил. Пылью зноем дня изнуренный, он к колодцу с водою спешил. Но воды почерпнуть было нечем, он сел у колодца и ждал. И вот из Самарии женщина за водою к колодцу пришла. Иисус попросил воды, но она сказала в ответ: «Ты же сам иудея, у нас никакого общения нет». Иисус попросил воды, но она сказала в ответ: «Ты же сам иудея, у нас никакого общения нет». И тогда Иисус говорит: «Ты не знаешь, что есть дар Божий, и что тот, кто просил воды, не простой человек прохожий. Я могу живой воды дать тем, кто воду земную пьет, а попив, скоро жаждет опять, а когда ее нет, умрет. Но ту воду, которую дам, будет пить и не будет жаждать, и тот станет источником сам. Той воды я желаю дать вам. Но ту воду, которую дам, будет пить и не будет жаждать, и тот станет источником сам. Той воды я желаю дать вам». И еще Иисус говорил этой женщине о спасении, и в грехе он ее обличил, и рассеял ее сомнения. Самарянка к народу пошла о Мессии сказать всем людям, и к учителю их привела, и для многих Христос стал другом. И теперь через много веков льется щедро вода живая, эту воду дает Христос, и ее Он всем предлагает. И теперь через много веков льется щедро вода живая, эту воду дает Христос, и ее Он всем предлагает. И теперь через много веков льется щедро вода живая, эту воду дает Христос, и ее Он всем предлагает.